давайте смотреть в протоколе. Не знаю, тут большую часть игроков, которые сейчас у нас на паркете, и не у всех видно, к сожалению, номера, но попробую разобраться. По 95-м дворников Евгений, под 10-м сейчас как раз-таки завершил Хлопенков Никита, а свой бросков Артем у нас появляется. Яшин на Разина грузит, тот спиной пытается продавить, втроем на него выходит, тем не менее Никита... Никита продолжает давить и забивает в этот раз. Не стал ни с кем делиться, решил все решить самостоятельно. Вот такое вот небольшое. Ну и фолы в итоге выписывают именно игрокам Кивс баскетбола. Ну и давайте смотреть, как будет пробивать свои штрафные сами. Вот Пинков там его вводит в игру на Туфа, Усольцев. Ну вот Усольцев часто загружают. И блокшот от Зарьяна. Снова Кивс баскетбол в атаке у нас. Против Разин там попытка Убриджа. Из угла, пожалуйста. Сейчас у нас выйдет огромная тут заменяющая команда. Угейтарс. О, Латипов, какой перехват. Ну и один совсем один. Отгружает обычно Артем. Будем смотреть, как в этой ротации сможет себя проявить. Туф забивает 3 очка. Ну, чуть-чуть позвольте до конца давить, но решает скинуть. И мажет у нас игроки в белой форме. Никак подбор не могут забрать сейчас Гейтерс. Большая это проблема. Латипов не выловил Поздняков эту передачу. Не совсем к ней был готов. Усольцев красиво из-за спины. Как раскидали сейчас это владение. Против организованной команды Кивзальфа придется искать варианты. Кузин здорово на подборе. И Поздняков быстром отрыве. Без попаданий пробует Никита с периметра отметиться. Ну и Альфа на периметре. Через центр запускает. Сейчас на хорошем. Не увидел. Забил первый штрафной? Не видели? Забивает второй. Это не факт, что сейчас Артем забьет из 2-2. Так что можно сказать, что и не худший вариант для штрафного. Время в любом случае заканчивается. Так, закрутил, что через переднюю дужку кольцо мяч сваливается. Ну и смотрим за второй попыткой от Позднякова. Из двух действий отыгрывает. Просто остановился, бросил, не попал. И Латипов. Три игрока вокруг него в белой форме остановил. Сейчас. Ну, у Кивс Альфа такой прям состав не боевой. Очень неплохо опять-таки смотрится и Хлопенков, и Рябченко. Это понятное дело, но... И с 2-0. Но Туф на подборе. Он как-то удивил. Мяч. Ну и передача в быструю атаку. Смотрим, что придумает сейчас у нас Кивс баскетбол. Туфа они придумают. Туф заряжает, вторая трёхывает. И сам же с дриблинга привел, выбросил на переднюю дужку. Да, Усольцев сейчас всю работу сделал. И подбор еще и забрал после своего промаха. Туф под кольцом доминирует. Наличие Туфа и Рябченко, мне кажется, там это не лишнее. Ну вот, Зарян сейчас на чужом кольце. Зацепиться не смог. Латипов здорово на перехвате. Латипов продал. Ну и вот активность чатики тоже бодрит. Очень любопытно посмотреть, как у Гейтерс получится из этой ситуации выбираться. Кузин, Кузьмин и Аникин. Вот такая вот ротация. Ну, понятное дело, что будет сейчас Андрей Тупицын пробовать разные варианты. Но в защите помогать Позднякову и сверху так погладил не только мяч, но и игрока. Погладил. Ну, да, не срубил, уже хорошо. Коршунов тем временем на линии габаритным парням. Правда, Самойлов тут может, наверное, Зарьяновым поспорить. Но вот Позднякова-то сдерживать особо некому. Осипов там, скорее всего, будет рад. Они работают именно на перехватах, но пока реализовать Гейтерс это никак не мог. Рябченко Игорь сейчас получает персонально и быстрый прорыв. Артем. Ну и вот смотрим, как оно там будет. Ну, а тут заступает за линию, к сожалению, большому. Клименков пытался он обыграть Кузина. Латипов, ой-ой-ой, какую сложнятину Латипов сейчас забивает. В окружении троих там обманул фейком показом и завалил мяч в кольцо.
Ну а здесь, хотя у всех минусовая такая статистика достаточно приличная, у Гейтерс никого в плюсе нет. Хорошо, сейчас Зарян с Поздняковым и полукрюк, и перекидывает кольцо, слишком много контакта Клименков там поймал, на Позднякова выловил Артем не самую удобную передачу, и здесь разбирается одевать свои очки, и они сократили всю дистанцию. Самойлов снова оставляет мяч наверху, долго пока с решением Тульского, прилетает трехочковое попадание. Очень неплохо Кивс атакует с периметра. Но в отличие от соперников, Кузи, с кем этот парень живет, Шиховцов. Ну, кстати, бросает такие трехи, сейчас подбор достается за Гейтерс, Поздняков треху от забойки. Игрок у Большого, но не вышло. Через руку Зарьянова, ой-ой-ой, как близко было, Туфна поднимает тут воздух. И два засчитано. Игорь возвращается на паркет, меняет он Осипова. Вот такой в отсутствии Рябчикова получился рывочек у Гейтерс, достаточно хороший. Правда, Туф сейчас забивает он. Получается и 2, и плюс 1, и снова 7 очков разницы, но это не 10, это поменьше. И Кузин, очень здорово! И в нападении, такое ощущение, что Кузин его немножечко так поднадавил именно морально. На ровном месте там мяч выпал. Аникин треха! Дешет, Рябченко залез там под двоих. Там и Разин закрывал лицевую. Ну а Зарьянов очень аккуратно из-за спины чисто мяч. Аникин вторая треха подряд! Туф! Через руку Зарьянова очень сложный бросок выбирает. Аникин на подборе, явно Гейтерс на подъеме, на настроении. Аникин на двух шагах, два! Вот на полных, как говорится, Рябченко подстраховал сейчас у Сольцев, забрал мяч. Хороший возврат на периметр. И Хлопенков треха, вот успокаивает. Хамской, Латипов и Поздняков у нас вернулись. За минуту 18, уже как бы меньше. Так, время у нас, и сейчас и будет штрафные бить, две штуки, 20 секунд у нас остается, возможно, секунд 7 у команды Кивс Баскетбол. На периметре Тимофей Туф там фалит, ну, против Кузина неудачный размен, конечно же, в принципе, неплохой фол, потому что Дима там мог обострить Шиховцов. На Кузин, опять через него, опять дают Диме разогнаться, у Сольца вроде как в лицевую успевает немножко поддавить. Зарьянов! И Зарьянов трех убьет! Здорово! Купенков на Усольцева возвращает. Не самая удачная передача, тем не менее. Хороший возврат снова на периметр. Треха! Ну а вот сам не лучшее было решение. Зарьянов успевает Никита мяч все-таки зацепить. Латипов на входящего Зарьянова. Никита сейчас... Тем не менее, из игры не выключается. Шиховцов вылавливает эту передачу. Не самую удобную. Ну и на Кузина в угол. Тот один в углу. Это три очка. Это три. Вам, Гейтерс. Как начали с третьей четверти давить своего соперника, так и продолжают. Но вот в защите сбой тоже. Будем в сезоне следить за прогрессом. Вполне возможно, могут они нас действительно... Ой-ой-ой! У Сольцев какую красоту! Диме советует против Туфа на периметре подпрыгивать тут с балкона, поэтому так немножко забавно. Туф в угол, полетел от Самойлова, ну вот, а нет, кроме него, начинать атаки тут некому. Кивс в данном формате здорово под кольцом, как Осипов разбирается. В правую сторону развернулся в левую и забил Латипов, ну вот Латипов пока ищет свои возможности, хорошо. На Туфе фалили уже после того, как мяч он выбросил и приземлился на паркет, а не во время именно броска. Ну, возможно, и так. Ну, Клопенков. Латипов. На Позднякова Артем поднимает. На... Ой-ой-ой, какой спин-му! С остановки не бросает. У Сольцев зато заряжает с получения на переднюю дужку. И вся команда Гейтерс под кольцо поджалась. И наказ сейчас. Сразу же сравнять счет не получается. У Сольцев на скорости. Хорошая на Рябченко скидка. И тот через две руки забивает. Важные, важные сейчас два очка. Находит Кивс баскетбол адресата для броска. Но Клименков пока не отмечает. А Зарьянов в быстром отрыве. Латипа бивать. Снова все может у нас выйти в 5 очков преимущества. В
случае двух успешных штрафных забивает Рябченко.